Приветствую вас на видеоверсии сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о BMW 7 серии, простоявшей более 20 лет в специальной капсуле и в данный момент выставленной на продажу. На портале eBay был выставлен на аукцион седан BMW 740i в кузове E38 1997 года производства. Его пробег составляет всего 255 километров. Уникальность выставленного на продажу авто в том, что он всю жизнь, то есть 23 года, простоял в специальной капсуле с механической циркуляцией воздуха. На нем практически не ездили. Продавец баварского седана сообщает, что автомобиль изначально был зарегистрирован в Германии, а его собственником была женщина 1927 года рождения. Через короткое время BMW 740i переехал в Польшу к нынешнему владельцу. При этом в данной стране автомобиль не ставили на учет, и седан до сих пор зарегистрирован на первого собственника. Судя по представленным фотографиям, автомобиль находится в идеальном состоянии. Его никогда не ремонтировали, поэтому все детали остались оригинальными. Продавец машины отмечает, что в мире больше нет семерок тех лет в таком отличном состоянии. В оснащении седана находится бензиновый атмосферник V8 рабочим объемом 4,4 литра, который выдает 286 лошадиных сил и 450 ньютон-метров крутящего момента. В паре с силовым агрегатом работает 5-скоростная автоматическая коробка передач, ну и, соответственно, задний привод. Текущая ставка на аукционе за этот крайне редкий экземпляр составляет на данный момент 48 350 евро или 4 миллиона 100 тысяч рублей по актуальному курсу. Торги продлятся до 31 марта. На данный момент у меня все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!